И всем привет, друзья! Это очередной ролик по Free Fire. И сегодня, ребяточки, сегодня у нас вышло обновление в Free Fire. Я думаю, нормальное такое обновление. Ну, не очень, конечно, но в принципе зайдет. С Роналду, вот видите, да? Сегодня мы, ребят, будем выбивать новый золотой джекпот. Так что погнали сразу в него зайдем уже. Так, у меня есть тут, по-моему, еще два купона алмазных. Давайте закрутим. Понятно, я уж думал, набор выпал, что ли. Ладно. Ну, давай набор. Не, короче, два фрагмента золотых этих, блин. Ладно, ничего страшного, как говорится. Погнали тогда этот наборчик ламповый аспид, по-моему. Правильно я сказал или нет, пацаны? Напишите в комментариях. Ладно, погнали. 358 этих купона у нас есть. Так что будем выбивать, я думаю. 79 лаки, так что много мы на него не потратим, я надеюсь. Так, Мигель у меня есть уже, выпадает нам. И всякий шлак, короче. Дальше, погнали. 10 штук. Ну, может здесь выпадет. Не, опять Мигель, что ли? Ё-моё. Так, 84 лаки, погнали, третья попытка по 10 купонов. Пятая попытка. Сколько мы на него купонов, интересно, потратим? Короче, персонажи какие-то ненужные, блин. Говно какое-то выпадает. Не, ребят, я считаю, это набор как раз нормальный этот. Для недонатеров это как раз топовый наборчик. Конечно, он почти у всех будет, но такое все равно нормальный набор, смотрите. Вроде бы какие-то даже эффекты присутствуют, я не знаю. Ну ладно, погнали. Я уже сбился со счета, думаю, с этой попытки должно уже нам что-то и выпадать. И ни хрена не должно выпадать. 156 лапки, думаю, с 200 точно должно выпасть. Так, шлак какой-то... херня какая-то падает. Короче, быстро буду прокручивать, да? Все, поздравляем, ребят. Вот такой зелененький, блин, наборчик, короче. Я не знаю, цепи какие-то, блин, висять на нем, блин. Ну, ладно, сейчас наденем, посмотрим, что он с собой, блин, представляет. Так, ребят, я хочу вам еще рассказать, короче. Кто не знает, в расходники заходите, вот. Обмен вот эти жетоны FF. Там такой же есть набор, только уже женский набор. Так что, ребят, кто хочет, обменивайте, будете, я думаю, топчик. Вот он, видите? Вот такой, короче, наборчик. Ладно, а мы сейчас куда? Лутбокс, там у меня 3 лутбокса дали сегодня. Открыть 3. Понятно, я ни на что не надеялся. Ладно, надеваем этот набор. Давайте, вот. Открыть. И надеть сразу, я думаю, да? Все. Ребят, ну блин. Я думаю, это наборчик как раз для недонатеров отличный. По сравнению с предыдущими наборами, я думаю, это вообще, блин, небо и земля, как говорится. Ну, в принципе, я считаю, топово, пацаны. Так что, ребят, кто досмотрел до конца, молодцы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Flow TV, и всем пока-пока.